В Москве сегодня открылось общее собрание Российской академии наук. Одна из тем повестки – проведение выборов президента РАН. На эту должность были выдвинуты три кандидата. Действующий глава академии Владимир Фортов, директор Института проблем лазерных информационных технологий Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгарда Александр Макаров. Все трое в ходе заседания сняли свои кандидатуры. Выборы предложено перенести на полгода.